Друзья, всем привет! Очень интересная версия происходящего на странице у Сережи. Давайте вам расскажу, как все происходило на самом деле вчера, почему мы поругались, почему мы расстались. Короче, перед шоу девочки попросили заехать меня в магазин и купить шампанское. Собственно, я купила им шампанское и выпила с ними всего один бокал в 17:00. Шоу закончилось в 20:30, после чего этот бокал уже давным-давно выветрился. Но Серёже почему-то показалось, что я настолько пьяная от бокала шампанского, выпитого 3 часа назад, что он начал меня дергать, вырывать ключи от машины и орать, что якобы ты не сядешь за руль и все остальное. В общем, потом человек стал трепать меня за пальто, орал, где твои ключи, вырвал у меня сумку, это все на людях. В итоге я думаю, ладно, пусть едет, сядет за руль, если ему так будет спокойней. Мы ехали в машине. В общем, пока мы ехали, человек орал и причитал, что я испортила его день рождения, хотя я не понимаю, каким образом я его испортила. После чего на светофоре он повернулся, ударил меня по лицу и вцепился в волосы. После этого В общем, после этого я вышла из машины, меня догнал Илья, говорит, да ладно, возвращайся. Я говорю, нет, ну извините, я этого человека уже боюсь. Он при каждой малейшей ситуации поднимает на меня руку, а я не сделала ровным счетом ничего, за что меня можно было бы бить. В общем, человек неадекватный, с ним я больше быть не хочу. Мне жалко его другую, следующую девушку, потому что, как мне написали, что он со всеми так обращается. Зачем я все это записываю? Потому что мне не нравится, что человек хочет выглядеть всем таким правильным, знаете, якобы он там спас от аварии меня, я могла бы сбить людей. Он мне потом писал смс, да ты была бухая, ты хотела поехать. Да, бухая от одного бокала шампанского, выпитого 3 часа назад. В общем, человек сам себя накрутил, сам себе испортил день рождения, потом еще в итоге поднял на меня руку и сейчас пытается меня выставить виноватой, а сам показаться весь таким святым. Зачем же тогда он потом сразу звонил моей маме? Мне вот очень интересно. Вот это с чего вы взяли, что я на нее руку поднимал? Блять, он прикалывается. Посмотрите эфиры и то, что в машине было, свидетели Юля Белая и Илья Ебаров. Он ударил меня сначала по лицу сильно, рукой, и потом вцепился в волосы. Мы не могли оторвать его руки от моих волос. Если это не бить, то, извините, я индюк. Уважаемая Олеся Игоревна Семеренко, хватит на мне хайпить, пожалуйста, что я вас избил или еще что-то. Хватит бухать по отелям и по непонятным клубам. Приезжайте на поляну, если вы считаете, что я поступил неподобающе, некрасиво, не как мужчина. Покажите это в периметре, а не как крыса, блядь. Сидишь там в отеле и строчишь со своими тупыми девочками, блядь, эти сообщения. Заебало.